Старт открытого Кубка Беларуси по плаванию состоялся в Брестском дворце водных видов спорта. Началась программа в День независимости и продлится до 6 июля. Заявки на участие подали около 300 спортсменов из Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Кыргызстана и Латвии. В их числе и лидеры отечественного плавания Евгений Цуркин, Илья Шиманович и Никита Цмык. Такие соревнования у нас проводятся несколько раз в году. Это два чемпионата и Кубок Республики Беларусь. Собирается все 7 регионов нашей необъятной родины, участников много. В этом году это в основном молодые перспективные спортсмены, так как Кубок страны сейчас, в общем-то, является для всех спортсменов, которые будут принимать участие на чемпионате мира в Кванджу в конце июля месяца, отборочным. Соревнования проводятся в бассейне на 50 метров и являются отборочными на Олимпийские игры, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Для пловцов заплыв в Брестских водах – хорошая соревновательная практика, а также предварительный старт перед чемпионатом мира, который пройдет в Южной Корее совсем скоро – с 21 по 28 июля нынешнего года. У лидеров белорусского плавания уже сформирован план тренировок. Нам есть куда стремиться, и есть еще над чем поработать. Посмотрим технические ошибки, немного добавим скорости и будем выходить на пик формы. Кроме того, известны именно те, кто будет участвовать в чемпионате мира. Выступать у нас будут Илья Шиманович, Никита Цмык, Евгений Цуркин, Артем Мачекин. И три девушки – это Оксана Демидова, Анастасия Шкурда и Алина Збушко. Среди участников Кубка – белорусская пловчиха Анастасия Васкевич. Ей удалось показать отличный результат на дистанции 200 метров баттерфляя. 15 лет никто не мог побить национальный рекорд, и отныне новое достижение составляет 2 минуты 14,73 секунды. Мы готовились к этому, ну, как бы, недолгое время, но достаточно кропотливо шла работа. Я плыла 200 бат по большой воде в первый раз, и мы ожидали этого, хотели, думали, и все вот получилось. Жители Бреста и гости из других городов пришли поболеть за своих спортсменов и активно поддерживали участников. Понравилось все. Болел за команду города Минска, за представителей команды города Минска. Все очень понравилось, организация на высшем уровне, все хорошо. Болели за своих? Конечно, за Брест. Ирина Кузьмич, Олег Короткевич, телекомпания БУК-ТВ.